Всем привет! Вы находитесь на канале Уральский массив. Меня зовут Александр. Сегодня будем рассчитывать лестницу на 180 градусов. То есть у нас будет два поворота забежных. Между ними будет ступеньки. Первые ступеньки, там две. И в конце одна ступень. Все, смотрите. Итак, как же рассчитать лестницу с поворотом на 180 градусов? Приступим. Так, в общем, проем у нас был. Проем. Так. Ширина проема у нас была 1260. А длина проема у нас была 2915. Так. Высота. Высота. От пола первого этажа до пола второго этажа. 3110. Что я сделал? В общем, я тут сразу же предположил, что здесь будут забежные ступени. Вот здесь вот сразу же 4. Тут 4. Тут 4. Предположил, что они будут на 900. 900 и здесь 900. Ну и соответственно здесь тоже по 900. Здесь по 900. Затем так, что я сделал? Я 3 вот эту высоту 3110 поделил на 17. У меня получилось 180. Там получилось 182 с копейками, округлили 183. То есть получилось у нас надо 16 ступеней подъемом 183. То есть вот. Ну я решил, здесь точно будет одна ступень. И тут добавил 2. Здесь добавил 2 ступени. Тут много нельзя было добавлять, потому что тут брус там кончался. Вот. И то есть добавил 2 ступеньки. Так. То есть получилось у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ступеней. То есть нам надо еще 6 ступеней. Что я сделал? Я 2915 вычел вот это вот 900 и вычел еще 900, то есть вот это вот 900. У меня получилось 1115. 2915. Вот получилось 1115. 1115 вот это вот 1115 я разделил на 5. У меня получилось 223. Вот. То есть вот здесь у меня 5 ступеней стало. 2, 3, 4, 5. 5 ступеней. Вот. Так, то есть и здесь, а здесь вот получилась одна ступень последняя. Ну, поглубже получилось, но это ничего страшного. То есть она получилась, мы, значит, вот эту вот 1260 вычитаем 900. Получается у нас 360. Вот, то есть тут косоуры вот такие вот будут. Ну, то есть вот, короче, вот еще одна ступень здесь. Вот. Просто она пошире этих всех будет. Вот. Получилась у нас вот такая вот ситуация. Так, подъем у нас, значит, получился 183, здесь у нас 223. Вот. Потом к ступеньке еще добавили 3 сантиметра, ступень получилась у нас на 250. 250. То есть совсем, ну, нормальная ступенька. Вот они здесь вот на 250 все. А тут вот, которая ступень 360, мы к 360 еще добавили 2 сантиметра.
То есть вот эта ступень у нас получилась 380. 380. Ну что, кому понравилось видео, подписочка, лайк, поделитесь с друзьями. Кто-то может ищет способы, как рассчитать лестницу. А он, вот он, здесь. Все, всем всего доброго. До нового видео.